На площадках Алароса продолжаются конкурсы профессионального мастерства. Очередной пройдет в Ленске 24 мая. За звание лучшего по профессии токарь будут бороться 16 человек из разных подразделений компании. Организаторами уже определены задания, подготавливаются рабочие места. За один час участники покажут свои производственные навыки и умение работать с холодным металлом. Такой конкурс будет проводиться, конкурс профмастерства впервые. Конкурса среди токарей не было еще. Участвовать будут подразделения компании. Это Удачнинский, Айхальский, Мирнинский ГОК, Нюрбинский ГОК, управление Алмазбортранс. Ну и сейчас еще поступают заявки от других подразделений, которые тоже примут участие. Конкурс будет проходить 24 числа вот в здании авторемонтных мастерских.